Отечественные хиты в исполнении страусов, современные танцы, народные песни. Большой праздничный концерт для школьников подготовили юные артисты ДК-строитель. Повод особенный – первый день лета. Впереди ребят ждет целый месяц развлечений. Мы пойдем на улицу играть, бегать, веселиться, отдыхать. У нас грезит праздник Пушкина, поэтому у нас будет путешествие по станциям, где воспитатели будут переодеваться героями сказок Александра Сергеевича Пушкина. Ну и всевозможные задания будут очень интересные. Сегодня свои двери для юных череповчан распахнули 26 лагерей в школах и учреждениях культуры и спорта. Для ребят организовано двухразовое питание и подготовлена интересная программа. Вместе с воспитателями малыши будут ходить в кино и на спектакли, посетят музеи и даже поплавают в бассейне. Пока малыши будут отдыхать, ребята постарше отправятся работать. Этим летом в Череповце трудоустроят почти 500 подростков. 200 из них вступят в ряды трудовых отрядов. С пользой провести время решили и Соня с Василисой. Почему бы не заработать денег на карманные расходы? И можно будет интересно, увлекательно найти новых друзей, поработать. Так получилось, что родители весь июнь в городе. К бабушке, дедушкам в деревню не получается. А денег на карманные расходы заработать всегда, в принципе, хочется. С сегодняшнего дня ребята вступают в должность подсобных рабочих. Они будут работать в школах, детских садах. Некоторые из них приведут в порядок городские парки и скверы. Работа не пыльная, говорят кураторы, а наоборот, очень веселая. Кроме того, для них предусмотрены учебные дни, в рамках которых будут проводиться для них какие-то интерактивные игры, либо лекции на познавательную тематику. Также участники трудовых отрядов будут принимать участие в организации мероприятий различного уровня. Трудиться на благо города юноши и девушки будут по 3 часа в день. Опаздывать и пропускать нельзя. Все строго, как у взрослых. В конце рабочего месяца каждый из них получит заслуженную награду. Зарплата в соответствии с 3 часами 3327 рублей они получат в июне за 3 часа работы, и 3461 рубль они получат, соответственно, в июле и в августе месяце в связи с увеличением рот. Изменилось законодательство немножечко и в Вологодской области. 14-летние подростки получают сначала справку о том, что они имеют право работать, что они годны к этой работе, и только потом идут в отдел опеки и попечительства за постановлением на разрешение на работу. В этом году впервые при приеме на работу у подростков стали требовать и справку об отсутствии административного наказания за употребление наркотиков. Кроме того, нужно предоставить документ, подтверждающий отсутствие судимости. Сегодня ребят только оформили на работу. Самое интересное их ждет уже завтра. Чтобы это лето малышам и школьникам постарше запомнилось надолго, первым делом они намерены наладить погоду. Татьяна Жданова, Егор Плюснин, новости.